Поспокойней, граждане! Да. И я здесь, естественно, тоже езжу и живу, и принимала участие в публичных слушаниях по тому, что сейчас рассказывали. Значит, смотрите, у нас проводили публичные слушания вот точно так же по частям. У нас проводили в Зюзино по Балаклавскому проспекту, в Обручевском по Обручево и в Бирюлево по Варшавке. Это полный обман, потому что они говорят, что вот мы вам сделаем здесь красиво по Балаклавскому проспекту, а потом выясняется, что это будет такая магистраль, где они будут потом, говорят, ставить щиты, потом будут делать это, потом нам сказали, что сначала будут подземные переходы, теперь они говорят, вы знаете, не получается что-то, теперь будем делать надземные. То есть не верьте ничему, что говорят невыбранные люди. Выбирайте новых депутатов Мосгордумы, выбирайте нового мэра. Все, это единственное, что нам поможет.